have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Аланушки. Привет-привет! Пейнтбол у нас сегодня с вами на канале, поэтому пойдемте кого-нибудь испачкаем краской, если получится. Хотя я вон уже вижу потенциальных жертв. Как бы самому не стать потенциальной жертвой, ну то... Нет, потенциальные мы все тут жертвы, а вот физически... А, ну да, собственно. Это было быстро. Пойдемте. Надо бы немножечко подпривыкнуть. Я здесь очень давно уже не был. А это как так? Вы мне не подскажете, блин. Что? Они... Погоди, они могут... Они могут стоять изнутри, стрелять из защиты? Да. Ну, это как-то прямо грустно, что ли. Ну, а что делать, если тебя заспан кемпели? Почему там ходячие волосы? Хорошо, перезарядки нету. Я, кстати, такой карты не помню вообще. Она новая. Ой, я кого-то убил? Есть! Эй, ты меня убил! Дабл килл! Навесиком двоих. Чего слишком много? Далеко летит. Ой, и shift. Shift? Да, ты можешь шифтануть. Фига себе. Да, я только сейчас узнал. Почему в вашей команде есть ходячие волосы? Да ёлки-палки, ну это чисто рандом, да, хорошо, как бы нормально. Это меня устраивает. Когда рандом, это прикольно. У вас летучие волосы, которых нельзя убить. Хватит прыгать! Есть, минус. Ой! Ха! Ладно, тебя тоже быстренько сняли. Прикинь, мне дали еще 50 поинтов за то, что я убил друга. Да, убивай своих друзей. На самом деле прикольно. Вот это веселее становится. Твои друзья становятся сразу таргетом таким. Есть. На. Нет! Я двоих убил. Прикольно. Так, радар. Не хочу использовать радар. Да ладно тебе! Ну, турелька, ну ты же не успела ко мне повернуться. Ну, чё ж за фигня? Я просто бегу и убиваю всех, кого могу. Да там турельку чувак поставил. Она горит, не горит. А, снайпер? Серьезно? Вот это прикольно. Так, быстренько пробегаем. Я надеюсь, что турельку там это... Не, ну снайпер это вот как бы да. Есть! Минус. До свидания, чувак. Да ладно! Чувак-снайпер прям молодец, прям там что-то рубит людей. У меня оружка ближнего боя. Блин. У вас читер. Не. Минус дурель. Фига здесь летучие волосы в вашей команде, которые никак нельзя ударить, в принципе, ничего с ними сделать. Ну а как ты застрелишь волосы? Так это просто невидимая материя, у которой есть волосы. Это... Какой нюх? Вы чё? Нет! Фу, это наша турель.
Я что, не достреливаю? Есть, сдохни. Минус. Да ладно! Минус 3 сделал, ну! Камон! Ты вообще чудом спасся, у тебя было бессмертие. О, все, в вашей команде хакер вышел. Ну блин, вот снайпер в вашей команде реально очень доставучий чувак, ну нельзя так. Минус. Фух. Блин, а это уже надоедает. Икс. Осторожно, вы чё? Да ладно вам, ну! Нет, серьезно, надо покупать снайперскую винтовку. Я никогда тут не ходил со снайперкой, но вот на этой карте она вдруг имеет значение. Ха! Ха! Я сделал тебе хедшот. Сдали со снайперской винтовкой. Блин, серьезно, сколько стоит снайпа? 150 тысяч. Так, нет, это только за реал, это 800, у меня каких-то 36 тысяч, нет, чуваки, вы чё? Так, вот это ладно, матч закончен, сколько я киллов навешал? 12. Нормально. Какая у нас новая, так, вот в это Factory мы сейчас играли, классическая играли, в Castle мы играли? Но Castle нет. Ладно, все равно выбрали мост. 36 тысяч. За 36 тысяч я нифига не куплю. Не, как бы фига, но очень мало какого фига куплю. MD-49. Paint Machine. Миниган. Блин, вот миниган, кстати. Я бы задумался над этим. Как же хорошо то, что я знаю эту карту во все свои 5 пальцев. 3 на одной руке и 2 на другой. Да ну я вообще не с тобой стрелялся. Ладно. Все, летучие волосы пропали. Все, наконец-таки. Сдохни. Нет, ты. Да ладно тебе! Чувак! На! На! Ха! Чего? Слушай, у вас хороший снайпер. Да ёлки, это как вообще? Да! Кто это у вас там? Так, ну, блин. Есть. Чё-то ты быстрая какая-то была. Ха-ха! Снял навесиком, отлично. Не грози Южному Централу. Скример. Стою в переулке, никого не вижу, блин. И тут вылезает нуву. Блин. Ну, поехали. Нет, ну, в принципе, реально, ну, просто сложно, но реально, но сложно. Как я в тебе сейчас не... Ладно, хорошо, хорошо. Нет, ну, рандом работает, все нормально. Вода горит. Я услышал звуки горения. Чёртова турелька. Чего? А чё такие лаги-то были, вы чё? Минус турелька. Я на 5-м месте по киллам в своей команде.
чем я тебя и поздравляю. А ты тоже на 5-м месте по киллам в своей команде. Минус. Больно было вообще. Ай! Нет, ну не знаю, мне скорострельность этого оружия нравится, просто что дальность. Но с другой стороны, приходится просто навесить компуляцию. Минус! Минус! Сейчас неплохо. Ай, блин, я тебя заметил, просто не успел среагировать. То есть глазами заметил, а лицом не успел. Ну почему здесь так много страшных скинов, которые меня берут и пугают? Ну зачем? Да, это тоже навесиком, кстати, прилетело. Ну-ка. Куда ты пошло? А ну стоять! Это был мой килл. Ладно. Да ну ты издеваешься, а как... Ладно, хорошо. Кстати, это что, скар был? Погоди, тут можно скарчик купить. Да-да-да-да, это вот интересно уже. Так, не высовываемся. Да? Есть. Блин. Ух, это свой, чё же я так... Ты просто зажал кнопку мыши. А что я должен, по-твоему, со скорострельным оружием делать? Не зажимать кнопку мыши. Знаешь что? Жди смерти. Я обязательно отомщу. Да, да, давай, иди сюда. На мои 10 турелек, иди. Да ну, я же ж попал же тебя же. Ну, ладно. Хорошо, 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 годится, да? Да, да, да. Не попал. Ай, ёлки. О! Я кого-то все-таки убил. Нормально, поехали. Ох-ох-ох. Чё? Вот это Майя, это что такое сейчас? Я не знаю. Это не читак случайно? Нет. Так, нет, чуваки. Прикинь. Я, короче, настолько перепугал с врага, который на меня напал, то что вышел из игры. Серьезно? Да. У нас турель. Я этого настолько не ожидал. Кстати, тут в какой команде? Да ёлки! Синий. Чувак, понял. Я вообще занят, там это, там турель стоит, а ты мне тут этот, ну как бы... Какая нафиг турель? Not cool! Ай, больно вообще-то, вы чё меня ударяете? Некультурно. Чёрту. Серьезно, вражескую турель поставили? Вот это что? Ну блин, ладно, 125 уровень у чувихи, просто она реально разносит. Мия? Да, Майя вот это. Есть, я ее снял. Ну хорошо, она не читер, она не читер. Да, до свидания. Моя нога. Блин, офигеть, она очень, то есть она очень хорошо знает, как работают пушки и всякое такое, она прям... Или она читер? Нет, ну, погоди. Я не пойму, сейчас меня через... Раз она меня убила, два она меня убила. Она через стену стреляет? Что, блин? Смотри, как она всех косит. Много. Это... Ну, это же вообще незаконно. А, меня этот кокос убил. Кокос!
Кокос? Тебя убил кокос? Бакун! Меня на четвертое место скинули, ну ёлки-палки, я вторым был только что, ну как так-то? Я ее убил. Я чувака в воздухе убил, прикинь. Есть, на крыше чувака убил. Откуда вы знали, что я там нахожусь? На крыше второго убил. Блин, то блин, она офигеть, как она косит людей-то, ну это ж вообще как-то, ну... Я себе так и не... Я себе даже третье место не вернул. Сдохни, моя турелька тебя убила. Мия? Мама Мия, ну вы чё? Минус. Блин, чуваков так ликер используют на пушке, которая делает один выстрел. И она даже не автоматическая. Чувак просто блин, использует. Блин, а вот это печалька. Минус. 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 Минус! Минус. Чувак, не-не-не. I'm unstoppable. Блин, 47 и 44. Как вы такое количество киллов сделали? Минус. Нет! Ну блин, ну прекрати! Я тут людей убиваю. Это я тут людей убиваю. Да как? Я же за стенкой был. Чё вы там все эти на стенках сидите? Вы вообще что ли? Ну, у меня снайперская винтовка. Что мне еще делать? Сколько у меня киллстрик был? 36. Киллстрик 36. Наверное, не был. Ой, это я по этой попал. Блин, не отстань просто. Ой, все. Блин, я же бесплатные поинты для людей, ну что ж такое, обидно вообще-то. Ай. Они за счет вот этих, за счет Ми, еще второго чувака, они там просто проламываются. За счет этого получают просто дофига киллов. На тебя, сгинь. Что это было? Я убил каталадушку. А, ты убил мою турель? Так. Блин, вот это Мия и Майя, мне кажется, они то ли тиммеры, ну, то есть они то ли из одной команды, то ли как-то все. Да ну как вообще? Этот кокосик, перестань. Нет, 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 нет. И сейчас нет. Блин. Когда угодно, но не сегодня. Я двоих чуваков за тобой убил. Дроном! Ах ты крыса! Я просто поставил там дофига турелек и просто всех вас убивал по одному. Офигеть. Минус турелька. Эй, ты чё, как, где, что? Вот так вот! Я просто пошел и накостылял вам. Сейчас я тебя накостыляю. Будешь знать силушку богатырскую. Да ну блин, я один нормальный игрок в нашей команде. В их команде как минимум 2-3 человека, которые рулят. Ну посмотри на киллрейт. У них 68 и всякое так... Минус. А-а-а! Всех убью, один останусь. Ты на третьем месте. Я знаю. Круто. Я лучший игрок нашей команды. То есть, ну, я один, кто продавливаю их базу, серьезно. Вы больше нифига не делаете. Ну, наша команда, я имею в виду. Как я подпрыгнул? Так кто ж тебя знает-то, как ты подпрыгнул? 51 килл.
смысле мол... А что за молния? Что за молния? Я не понял. Я не знаю. Это какой-то килл-эффект, наверное. А! Перестань, я уже на четвертом месте. Не-не-не, забей. Не, я на четвертом месте. Да я вижу, но забей. Я просто вас всех буду убивать потихонечку. Возвращать себе дофига мест. Да блин, ну... А, это наверху турелька была, ладно, черт с ним. Не, ну нормально, нормально, продавливаем. Ха-ха. Блин, сейчас я убил. Дроном, высунулся дроном из-за этого. Прикольно. Это во что я стрелял? Тоже в этого, в турельку? Да ну как я не попал-то, прямо же в нее стрелял. Ладно, турель убила. Нормально, ну, я убил да. этого кокосика. Укокосил. Укокосил кокосика. Нормально, моя турелька... Вот это хорошее место для турельки, кстати. Чего? Нет! Ты кто такой? Давай, до свидания. Я... Ладно, применю старую тактику. Ну, фишка в том, что я единственный, кто штурмует эту базу. Нет! Я только дохожу до середины моста, меня откидывают, потому что... Потому что гладиолус, блин. До свидания. Я турельку не успел поставить, ну ты что такое? А? Я не успел турельку поставить, что такое? Я ну, хочу нет. второе место, блин, 40 секунд осталось. Нет, ничего ты не хочешь. Да ну блин, Мия, успокойся, ты и так уже первое место, дай людям поиграть. Задалбываешь. На! Не! Мя! Вы мне ничего не сделаете. Дождь из скиллов! Аллилуйя, дождь из скиллов! Эй, ты на втором месте! Есть! Красиво, красиво, ой, красиво. Мы с тобой месте. Второе, третье место, короче. Я тебя почти догнал. Фух, это фу. Было красиво. Ладно, ребятушки, такая сегодня карточка получилась, довольно прикольно. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра, всем малышек. И всем покеда. Всем покеда.